Я хочу сейчас дать несколько принципов. И здесь есть столько много мыслей, вернее, материала для размышления, для того, чтобы мы... для того, чтобы мы могли укрепиться. Но я буду говорить о небольшом отрывке, я не хочу слишком расширять. Третий стих. Авраам встал рано утром, оседлал своего осла. И это уже слышится немножко странно. Бин Салман. Знаете, кто такой Бин Салман? Это шейх в Саудии. В Саудовской Аравии есть такой шейх. Принц. Иша шир меод. Очень богатый человек. Вот в те времена Авраам был в статусе такого шейха, очень богатого человека. Ему не нужно было саму заниматься тем, чтобы оседлать своего осла. Он делал пальцами вот так, и все ему делали. Но в этих словах есть значение. Всегда так толкуют, что хамор — это перевод слова «осла», он связан с чем-то материальным. Авраам пашут кавашет зе има эйцим, килу хомраниют шело, тиквот шело, рационот бне адам шело. На осла он взвалил дрова, он взвалил все материальное, что есть в этом мире. И здесь есть аллегория. Есть аллегория и Машиах. Аллегория с Мессией. Если вы помните Евангелие, когда Иешуа взял на себя свой крест. Все время, когда мы читаем эти стихи, есть параллель и связь. Есть такое толкование, толкование Хазаля, которые говорят, что Авраам возложил на своего осла дрова, и потом написано про Муше, который на осла посадил жену и своих сыновей. А в пророке Захария написано, что Мессия сядет и приедет на осле. Я не верю, что это один и тот же осел. Но я уверен, что это один и тот же принцип. И в Евангелиях написано, что Иешуа приехал в Иерусалим сидящим на осле. И у нас есть намек со всех этих картин. Во-первых, жизнь — это жизнь. Иногда мы наверху, иногда мы падаем. Но когда мы иногда в такие дни укрепляемся в Боге, есть место, когда мы все материально оставляем позади. И мы просим у Бога: «Отец, говори к нам. Покажи, что во мне плохо и что во мне хорошо. И покажи то, что нехорошо во мне. И помоги мне все материальное поставить в сторону. И воссесть сверху на все материальное и контролировать материальное, не чтобы материальное контролировало меня. Это значение этих слов. И вот Авраам выходит из Бер-Шевы. Это вторая мысль. И осел, обвешанный дровами. Авраам. Авраам.
который полон переживаний, махшива, и у него мысли разные. У кибель это мила ми Элохим. Он принял это слово от Бога. У ло сам бесафек, улай зе шед дибер элай. И он не сомневался, может быть, ко мне без говорил. У ивин ше Элохим отцму бикеш мимену хадавар азе. Он понял, что сам Бог попросил у него эту вещь. Ешней наарим ше баим итам. И два подростка идут, два молодых человека идут с ним. Вегам Ицхак, бно яхид, бно агуво. И единственный его любимый сын Ицхак. Зе перек, брешит перек 22. Это Бытие 2, 22 глава. Ве анахну зохрим ба брешит 21. И мы помним, что в Бытие 21 главе айда квар травма ле Авраам. У Авраам уже пережил травму. У шалахет Бен Ахер шело лемавет. Он послал своего другого сына на смерть. Ве-афилуше, улай, Ишмаэль ве Ицхак ле тамид хаверим. И хотя Исмаил и Ицхак не всегда были друзьями, аваль Авраам, у аба гам ле Ишмаэль, ве коэв ло меод. Но Авраам был также отцом и Исмаилу, и ему, ве-ине, да, было больно. Мусефет. И вот вторая травма. Лех такривет бинха. Иди отдай сына своего в жертву. Ицхак яхад ито. И Ицхак идет вместе с ним. Уминасе ло лаасбир ло иньяним. И он пытается не объяснять ему ничего. Авал Ицхак ло йелед катан. Но Ицхак это не маленький мальчик был. Эх анахну мавиним ктувим у баэрех бен 36-37. И примерно к тому времени из Писаний мы понимаем, что Ицхаку было 36-37 лет. Плюс-минус гиль шел Йешуа лифней цлива. Примерно возраст Йешуа перед распятием. И он идет с Авраамом. И он тоже пророческий мужчина. И он чувствует, что что-то здесь происходит. И просто представьте, какие чувства переживают там люди. Отец ведет своего сына, чтобы принести его в жертву. И без перерыва думает об этом. А сын идет за отцом, которого очень уважает. Авраам багиль плюс-минус 140 иш. В это время Аврааму было где-то 140 лет. Бен 36-37, сын, которому 36-37 лет, очень уважает своего отца. Потому что он видит, как люди уважают его отца, потому что он про него говорили, что ты как князь Божий среди нас. И они идут туда. И все эти чувства их сопровождают. וכתוב וירא אדונא את אברהם את המקום הזה מרחוק. И написано увидел это место Авраам издалека. זה משהו גם נבואי כזה. Это что-то очень пророческое тоже. כי בהתחלה Элохим אמר לו אני אגיד לך את המקום. Потому что вначале Бог сказал я укажу тебе место. אבל פתאום הוא רואה את זה. Но вдруг он видит это место. זה מתנה מיוחדת. Это особенный дар. Матана невуит лишмо велирот. Особенный пророческий дар увидеть и услышать. Вибаэзишу офен коль бне Авраам еш лану эдзе. И в какой-то мере у всех сыновей Авраама у нас есть это. Им анахну баним банот ли Авраам еш лану эдзе. Если мы сыновья и дочери Авраама, есть у нас это. Улай анахну адай нутним ли хамор лашевет алейну. И возможно мы позволяем ослу сидеть на нас. Хомра материальному сидеть на нас. И мы не слышим из-за этого и не видим. Но когда мы будем руководить нашим ослом, а не он нами, Бог откроет нам все для того, чтобы мы были светом миру, согласно призванию Израиля. И мы продолжаем читать. И в определенном участке пути Авраам сказал молодым людям, оставайтесь здесь. И осла он оставил там. החומרני כבר לא שלט על אברהם. זהו, נגמר. Вся сила материального уже не руководили Авраамом. וכתוב בפרק 6 לקח הוא
Эйцим, и в шестом стихе написано, он взял дрова ицхак, и Ицхака ве-ге-ле-макомау. И пришел к этому месту. Тим-юдим, текст. Есть способы толкования текста. Ве-ахи-хашув, зе-пшат. И самый важный пшат. Пшат, маша-та, мвин, каха-зе, ме-ахуз. Шара-дварим, зе-рамазим, ве-улай-сод, ве-зе. Пшат — это то, как ты видишь и как ты это понимаешь. Остальное — намеки, это все отличается. И пшат, толкование этого места, что они пришли в точное место. И, скорее всего, говорят, что это то место, на котором в будущем будет построен храм. На, в русском или в английском переводе мы не видим эти вещи. מילה מקום, но слово место בתנך, לא תמיד מתורגמים איך איזשהו מקום פיזי. В Танахе не всегда переводят как физическое место. יש כזה ביטוי הר אדוני. Есть такое выражение гора Господня. זה איזשהו מקום שאתה עולה לשם. Это какое-то место, куда ты восходишь. ואין שם כאילו חוקים של הארץ. И там нет законов земли. ושם כבר פגישה עם שמיים. И там уже есть встреча с небесами. משהו כמו משה, עלה לשם והיה 40 יום בלי אוכל, בלי שתייה. איך אפשר לבן אדם ככה להיות? Это подобно тому, как Моше, который взошел на гору и 40 дней постился без воды и без еды. אבל זה איזשהו מקום איפה שאתה כבר, אתה אולי לא מרגיש שאתה יכול לעשות משהו. Это то место, где ты не чувствуешь, что ты можешь что-то сделать, ты находишься в присутствии Бога. Есть еще дополнительная вещь. По-иврит, маком за ихад мяшимот шел Элохим ацмо. На иврите место — это одно из имен самого Бога. Маком. Место. Ха-маком. Эфу-ша-коль. Где все стоит для того, чтобы получить суд. И вот Авраам. И я своей нормальной головой не могу понять отца, который стоит там наверху, завязывает своего сына. Это была традиция на Востоке. Когда были войны, сильные отцы своих сыновей, первенцев, ставили в жертву идолам. Авал Авраам бамешех 50-60 шана лимед мораль ахерет легамре. Но 50-60 лет Авраам учил совершенно другой морали. У лимедет анашим шаю мисавиво аль эмет шел элохим боре шамаим ваарец. Он учил людей, которые находились вокруг него, и вере в истинного Бога. Ве питом у кмо ауфде элилим аэле. И вдруг он, как эти идолопоклонники, завязывает своего сына и ложит его на жертвенник. Это даже более того, как руководить материальным. Он просто поднимается в такое место, где есть что-то непонятное. Элохим мидабер. Бог разговаривает. Он делает какие-то вещи. Он делает какие-то вещи. Но есть и власть небес на том месте. Мы знаем Новый Завет. То, что произошло с Иешуа, было то же самое. Потому что нет более ясного и четкого образа, который показывает Бога и Мессию, чем картина Авраама и его сына Ицхака. Помните, как Петр сказал? Нет другого имени под небесами, через которого мы можем спастись. Я уверен, что он укрепился этим рассказом жертвоприношения Ицхака.
Ицхак. И вот Ицхак, шохев, который лежит на жертвеннике, акут, связанный, бахавалим, связанный с, по рукам и ногам. И Авраам хочет принести в жертву своего сына. И тогда ангел с небес говорит: остановись и не делай этого. Потому что я увидел, что ты верен мне. И вместо того, чтобы радоваться и закричать так, Авраам смотрит, потому что он знает, что должно произойти что-то. И вдруг он видит овна. Который запутался в кустах, он берет и он приносит его в жертву. И в его сердце, как будто он убивает своего сына. Потому что потом он спускается вниз. Потому что и написано, что он взял этих молодых людей, которые его ждали, и ушел с ними, как будто Ицхак уже больше не существует. Я недавно вернулся с конференции, которая была в Берлине. И там были люди, которые убежали с нескольких мест в Украине. И лидер общины в Мариуполе рассказал нам, когда после 3-4 месяцев, когда они убежали с Украины, Три-четыре месяца у них был адреналин, они боролись, они работали. Даже когда они убежали, они из Польши, из Германии пытались помогать. У них была энергия. И вдруг после, после 3-4 синдром. Месяцев они пережили посттравматический синдром. Люди начали сходить с ума. Понимаете, о чем я говорю? В армии очень много происходит такого. И здесь мы видим то же самое. Как будто Ицхака уже не существует. Потому что он пережил этот шок. Потому что его отец в том месте встречи с Богом уже не контролировал себя, ему нужно было совершить эту жертву. Аба зарамим элохим. Бог, Аба, отец, Авраам зарамим элохим. Отец действовал вместе с Богом. Ицхак зарам им элохим. И Ицхак действовал вместе с Богом. Взе бидюк маше. Это то, что произошло после. И написано в Евангелии от Иоанна: так возлюбил Бог мир, что послал Сына Своего Единородного, чтобы мир не умер, но получил спасение. Я продолжаю. Авраам спускается с горы и берет двоих молодых людей, которые ждут его. А что произошло с ослом? Уже про осла там не говорят. Потому что Авраам превыше всего этого. Ицхак намного выше этого, не говорят уже и про Ицхаке. И эти молодые люди уже не говорят ни про осла. И они возвращаются в Бершеву. А название города Бершева — это колодец,
где клялись, где дали обещания. И традиция нам рассказывает, что два этих молодых человека, это были Элиазар и Исмаил. Может да, может быть нет. Это не важно. Но они точно не были его сыновьями. Но вместе с Авраамом они пришли в Беэр-Шеву, в то место, где существует клятва, обетование, надежда. Помните, я сказал, Петах-Тиква — это отверстие надежды. Это обещание аллегорическое, но очень важное для всех народов, у которых есть связь с народом Израиля. Когда я думал, размышлял об этом, у меня переполнял Божий страх. Я разве могу контролировать что-то? Когда Бог заходит в картину, остальные рты закрываются. Сейчас мы смотрим новости, и мы видим силы людей. Один человек говорит, я полмира уничтожу атомной бомбой. Второй говорит, сейчас мы тебе покажем, как ты это сделаешь. Я думаю, нам нужно молиться, чтобы Бог взял все в свои руки. Тогда все рты закроются. Но что мы должны понять из всего этого рассказа? Если ты идешь за Богом, то тебя должен сопровождать страх Божий. Без этого ты не приносишь плода. Дима התפלל בתרועה, בזמן во время звучания шофара Дима молился за плоды. Без страха Божьего плоды будут немного малочисленны. Но если ты находишься в таком месте, что ты не соглашаешься с тем, что Бог существует, что и для тебя Он приготовил план, что и для тебя Он приготовил путь спасения, тогда и тебе стоит сделать шаг вперед и испытать Бога. Сказать: Бог, я хочу узнать тебя. Говори ко мне. Я много лет назад сделал это. Вы просто не представляете, что произошло потом. После этих простых слов. Я просто сказал такие слова: Отец Бог, покажи мне истину. И после этого я увидел эту истину. Когда я возвращаюсь к тем воспоминаниям, כל הגוף שלי מתמלא בצמרמורת. У меня просто мурашки по коже. ואז אתה, אם אתה עדיין בספיקות, если ты сомневаешься, אז כדאי לך לעשות, стоит тебе צד הזה. Сделать этот шаг. רם, אם אתה יכול לנגן קצת, כי אני רוצה להתפלל. בוא נסגור את העיניים שלנו. Давайте закроем глаза, я хочу помолиться. אני מודה לך, אבא, я благодарю тебя, отец, שהפעלת שם אנשים, что ты задействовал людей, אברהם ויצחק, אברהם ויצחקה, ואחרי זה הצביע וקרא
бамашиах. И ты указал на Мессию. Везекара. И это произошло. Они моделиха. Я благодарю тебя. Что Авраам искимитха, Вейцхак искимитха. Что Авраам повиновался тебе и что Ицхак повиновался тебе. Они митпалел адон. Я молюсь, Господь. Шата таазор лану лекуляну. Чтоб ты помог всем нам. Бли курбанот кульках харифот. Без таких ужасных жертв. Лагия ле эзор шеникра макомау. Прийти в место, которое называется это место. Маком. Это место. Бгиша итха. Место встречи с тобой. Ларгиш шамаем невгашот им арец. Почувствовать, где небеса встречаются с землей. Авину шеба шамаем. Отец наш небесный. Они... Я уверен, что больше всего видения и пророчества это прийти в это место, чтобы почувствовать твое истинное присутствие и измениться. Наполни нас страхом Божьим о том, что написано в притчах. Что страх Божий это начало мудрости. Я молюсь за каждого человека, который сомневается в тебе. За каждого человека, который сомневается в Мессии Иешуа. Я молюсь за откровение. Как ты сказал один раз Петру, не кровь и плоть открыли тебе это, но Отец мой, который на небесах. Я молюсь, чтобы ты сделал эту работу в наших детях и во всем народе Израиля и до конца земли. Баофен ТВ и Аль ТВ. Сверхъестественным образом. Башем Иешуа ха-Машиах. Во имя Иешуа Мессии. Амен. Амен.